Книга пророка Исаии. И он сказал: «Мало того, что ты будешь рабом моим для восстановления колен Иаковлевых и для возвращения остатков Израиля, но я сделаю тебя светом народов, чтобы спасение мое простерлось до концов земли. Так говорит Господь, Искупитель Израиля, святые его, презираемому всеми, поносимому народом, рабу властелинов. Цари увидят и встанут. Князья поклонятся ради Господа, который верен, ради святаго Израилева, который избрал тебя. Так говорит Господь, во время благоприятное я услышал тебя, и в день спасения помог тебе, и я буду охранять тебя, и сделаю тебя заветом народа, чтобы восстановить землю, чтобы возвратить наследникам наследия опустошенные, сказать узникам: выходите, и тем, которые во тьме, покажитесь, они при дорогах будут пасти, и по всем холмам будут пажить их. Не будут терпеть голода и жажды, и не поразит их зной и солнце, ибо милующий их будет вести их и приведет их к источникам вод».